Партнер рубрики – магазин Woman Way. Открой дверь в мир оригинальной женской одежды, элегантной классики, интересных повседневных нарядов и аксессуаров. Здравствуйте, модницы всех калибров. Юные, молодые, зрелые и в самом расцвете сил. Молодежная аудитория оказывает наибольшее влияние на формирование моды. И в некоторых странах это даже стало своеобразным законом. Давайте узнаем, что же диктует нам молодежная мода в этом сезоне. Знакомьтесь, Оксана Елисеева, менеджер по продажам. Обожает вечеринки, ночные клубы и стильные вещички. Например, такие. Самый модный тренд сезона весна-лето 2011 – позаимствован из мужского гардероба. Жилет. Право на существование имеют как строгие жилетки мужского фасона, так и женственные модели. Удлиненная по бокам клубная футболка с пайетками делает этот наряд еще более стильным. Еще пару аксессуаров и в клуб. Смотрим, что подобрала для Оксаны наш модный консультант, дизайнер одежды Наталья Козлова. Хочется обратить внимание на ультрамодную деталь современного гардероба каждой женщины. Это маленький жакетик болеро, исполненный в данном случае из прозрачного гипюра на основе атласной ткани. И даже в сочетании с трикотажной маечкой, например, и брючками, в сочетании с маленьким платьем или с чем-то еще другим, в любом сочетании жакетик всегда выглядит очень выигрышно. В новом сезоне дизайнеры рекомендуют включить в свой шоппинг-лист ободки для волос. Это уже становится продуманной деталью туалета, позволяющей внести в него модный штрих и завершить стильный образ, как в этом наряде. Насколько актуален горох в этом сезоне? В нынешнем сезоне горох очень актуален, причем абсолютно разного плана, от совсем маленького до очень крупного. В данном случае горох средний, и это создает некоторую утонченность образу. А когда горох очень крупный, тогда модель выполняется в одном каком-то изделии. А здесь мы видим два изделия, поэтому горошек такой немножко девичий, такой очень нежный такой и очень игривый. Вошедшие в моду полоски позиции не сдают, наоборот, набирают обороты. Это платье отличается сразу двумя модными принтами – полоска и рюши. Узоры как нельзя лучше передают атмосферу приближающегося лета. Мода выходит из моды, стиль никогда, утверждала всем известная Коко Шанель. Даже будучи одета по последнему писку моды, можно легко потеряться в толпе и стать безликой тенью. Ведь главное иметь свой стиль, выраженный во всем образе. Вы смотрели рубрику «В наряде». Пока! Благодарим за помощь в проведении съемок магазин модной одежды «Woman's Way». Партнер рубрики – магазин Woman Way. Открой дверь в мир оригинальной женской одежды, элегантной классики, интересных повседневных нарядов и аксессуаров.